Основание внабедренного треугольника равно 4 корня из 2 см, а медиана боковой стороны равна 5 см. Найдите длины боковых сторон. Для начала сделаем схематический рисунок. Треугольник ABC равнобедренный. AB равняется BC. AM – медиана. Покажем это на рисунке. Основание равнобедренного треугольника равняется 4 корня из 2. AC равняется 4 корня из 2. AM равняется 5. Найти длину боковых сторон. Найти AB. Проведем медиану BD. Тогда точка пересечения медиан O будет делить медиану в соотношении 1 к 2. BO на OD равняется 2 к 1. Напишем то же самое для медианы AM. Тогда у нас получается AO, деленное на OM, равняется 2 первых. Пусть OM это будет X, тогда AO будет 2X. Медиана AM будет равняться сумме длин двух отрезков AO плюс OM, то есть 2X плюс X. И все это по условию равняется 5. Выразим отсюда X. Следовательно, 3X равняется 5. И отсюда X равняется 5 третьих. Нам надо найти длину отрезка AO. AO равняется 2x. Подставим сюда x. Получается 2 умножить на 5 третьих. Или 10 третьих. Рассмотрим треугольник AOD. Треугольник AOD будет прямоугольным, так как медиана, опущенная к основанию, является биссектрицей и высотой. Так как сторона AC равняется 4 корня из 2, то AD это будет половина AC. Или 1 вторая умножить на 4 корня из 2. И в результате получится 2 корня из 2. Тогда по теореме Пифагора АО квадрат будет равняться ОД квадрат плюс АД квадрат. Выразим отсюда ОД. Следовательно, ОД равняется корень квадратный АО квадрат минус АД квадрат. Подставим сюда значение. Получается ОД равняется корень квадратный АО. АО это у нас 10 третьих в квадрате. Минус АД квадрат. АД это 2 корня из 2 в квадрате. Вычислим. Получается 100 девятых минус 4 умноженное на 2. Посчитаем. Получается 100 девятых минус 8. Приведем к общему знаменателю. Для этого 8 надо умножить на 9. Тогда ОД равняется корень квадратный 100 минус 72. Деленное на 9. В результате получается 28 девятых и корень квадратный. Вытащим из-под корня знаменатель. Получается корень 28 деленное на 3. Следовательно, BD равняется 3 OD. Так как точка O это точка пересечения медиан, следовательно, BO вдвое больше OD. Значит, весь отрезок BD будет равен 3 OD. Найдем BD. BD равняется 3 умножить на DO. DO это корень из 28 деленное на 3. Тройки сократим и получается BD равняется корень из 28. Рассмотрим треугольник BDC. Треугольник BDC прямоугольный. Следовательно, мы можем воспользоваться теоремой Пифагора. И тогда у нас получается AB в квадрате равняется BD квадрат плюс AD квадрат. Подставим сюда значение. AB равняется корень квадратный BD квадрат. Это корень из 28 в квадрате. Будет 28. И плюс AD. AD это 2 корня из 2. Это будет 8. Получается корень из 36. Или 6. Так как треугольник равнобедренный, то его боковые стороны будут равны. Следовательно, AB равняется 6 и равняется BC. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.